Всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом ролике мы расскажем вам о том, как в домашних условиях с помощью домашнего же микроскопа произвести очень интересный, простой и познавательный эксперимент, который при этом наглядно покажет ребенку, почему же так важно соблюдать правила гигиены и регулярно мыть руки. В нашем случае в качестве прибора мы используем микроскоп Levenhuk 720B. Кстати, на серию Levenhuk 700 на нашем канале есть отдельный обзор, по ссылке переходите, думаю, вам будет интересно. Все, что нам понадобится для данного эксперимента, это, собственно, сам микроскоп, чистое предметное стекло и небольшая полоска скотча. Суть данного метода мы подсмотрели у некоторых врачей, которые рекомендуют для диагностики в домашних условиях различных накожных и подкожных паразитов использовать именно такую методику. Итак, после прогулки с ребенком, до того, как он помоет руки, необходимо на ладонь наклеить небольшую полоску скотча на 2-3 часа. Напомним, что руки мыть при этом не нужно. После прошествия данного времени мы аккуратно снимаем данную полоску скотча и наклеиваем ее на предметное стекло. После этого наш препарат готов. Предметное стекло мы помещаем под микроскоп и можем наблюдать. Для того, чтобы что-то увидеть, нам достаточно увеличения порядка 100-200 крат. Итак, давайте посмотрим, каких же организмов удалось обнаружить нам. Но обнаружить нам удалось всего двух, но зато каких паразитов. На первой фотографии мы видим типичного подкожного клеща. Бояться этих организмов не нужно, они живут в коже практически каждого человека и никак себя не проявляют. Только в случае ослабленного иммунитета подкожные клещи могут вызвать определенные раздражения кожного покрова. Ну а на данном видео мы видим уже совершенно другой организм, более внушительный и более страшный. Вот что будет находиться на ваших руках, если их регулярно не мыть. Свои предположения, что же это за организм, оставляйте в комментариях под видео. Вот такой простой интересный домашний эксперимент мы предлагаем вам произвести. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их прямо в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе наших новых видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!